Уделите минуту. Выходные знаменовали столкновением праздников. Вальпургива, ночь 30 на 1 Пасха и мир труд май. И пока идет грязня, наш регион тонет переносно и буквально. Теперь к делу. Образование. У вуза и МС отобрали госаккредитацию. Студентов ждет распределение по другим вузам. Причины пока не названы. Инфраструктура. Расчистку неба Екатеринбурга от проводов внесли в генплан города. Как собираются построить всю канализацию за весну 2018-го? Вопрос. Общество. 420 тысяч граждан региона находятся за чертой бедности с доходами ниже 10 тысяч рублей в месяц. Это число растет уже третий год подряд. Спасибо, Евгений. Бизнес. Уралмашзавод получил инвестиции на 1 000 000 000 рублей от Газпромбанка, вышел в прибыль и построил новый цех. А что было важным для тебя? Расскажи в комментариях.